Привет всем любопытным! Сегодня я нахожусь на плазе, где находится магазин потерянных посылок и возвратов. Плаза в Америке – это такие площадки большие, где сконцентрированы разные магазины, кафешки. Вот и сам магазин. Пойдем посмотрим, что мы сегодня выберем. В общем, тут такое дело, что они убрали Mystery Box и открыли все посылки, выставив на продажу. Эти лоты стоят по 10 долларов. Можете сами посмотреть. Вот такие босоножечки. В остальных желатках все по 2 доллара. Жаль, было любопытно смотреть, что в ящиках не открыто. Часики такие. Для собачек свитер. Вот такие тапочки. О, раньше это было бы в возвратах или потерянных посылках, а сейчас уже, как видите, я не рассчитывала на то, что я буду покупать открытые посылки. Кружка, уже видишь. Не так любопытно. Доступные и выгодные цены здесь. Я вам скажу, елочки по 125 долларов стоят. Здесь у них есть еще и возвраты с магазинов. Мебель. Такое кресло 250 долларов.
Ну, здесь находятся лекарства, косметика. Постельное белье. 10, 50, 75 долларов. Ну, взяла я только вот эти две упаковки подушечек для посудомоечной машины. За обе вместе я заплатила 12 долларов вместе с таксами. Довольно выгодная покупка, но сюда я ездить больше не буду, так как баксов здесь больше нет. Но с этим магазином мы закончили.